Утро новой недели для школьников Кунгура, а ныне уже выпускников началось с волнения и трепета в душе. Сегодня любители истории и химии сдавали единый государственный экзамен по выбранному профилю. Аттестация по этим предметам завершила основной период проведения ЕГЭ. В этом году экзамены по химии и истории написали более 200 тысяч российских школьников, среди них чуть более сотни юных кунгуряков. Традиционно ЕГЭ в нашем городе сдают в двух пунктах проведения – в школе номер один и лицее. На решение заданий выпускникам отводится 3,5 часа. Во-первых, история – это предмет, который необходимо знать. Все-таки живем мы на территории Российской Федерации, а историю государства нам необходимо знать. Во-вторых, она необходима мне лично для поступления. Осталось совсем немножко времени, но все нервы уже позади. Я готов, я думаю, что все будет хорошо, и я всем желаю удачи. Ребята не скрывают своего позитивного настроя. Как это скажется на результатах, выпускники узнают в течение ближайших 2 недель. До 4 июля специальная комиссия должна озвучить результаты. Для того, чтобы отметка считалась положительной, по химии необходимо набрать 36 баллов, а по истории – 32. Профильная аттестация в рамках ЕГЭ поможет будущим абитуриентам при зачислении в выбранный вуз.